вам речь, друзья. Хорошо начали. Клопочки, мы очень поздравляем. Спасибо большое. Очень приятно.
Кравцов. Илья Кравцов. Не слышит. Как всегда удивляется. И барабанный. Это была композиция под названием «С востока на запад». Сейчас мы сыграем вещь, которую очень полюбил мой сын. И это большая редкость, потому что обычно он приходит на концерт, и я спрашиваю, как было. Да, скукота. Но эта композиция он любит и часто бывает даже дома спрашивает: папа, сыграй море. Сыграем море.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это концептуальная авторская композиция Антона, которую мы очень любим играть, потому что мы переносимся в детство. Все музыканты немножечко дети. Мы любим все играться с друг другом. Только мы играемся не в игрушки, а в музыкальные инструменты. И эта композиция называлась «Крестики-нолики». И мы продолжим вещью, которую я написал от большой любви к Антону. И от этой же большой любви я назвал ее «Для Антона». Антон говорит, что от большой любви начнет. Пожалуйста, Антон. Thank you.
Thank you.
Если вам не сложно, зайдите на нашу страницу в Фейсбуке и просто нажмите лайк. Вам это ничего не стоит, нам очень приятно. Также мы понимаем, что живем отчасти в виртуальном мире. Сегодня мы объявляем конкурс на фотографию в Инстаграм с хэштегом LRK-Trio. Лучшая фотография получит 2 билета на концерт, который состоится 8 марта. И это будет трибьют Джонни Митчелл с участием множества прекрасных вокалистов. Мы продолжаем и сыграем композицию «Сказка». Thank you.
Thank you.
Но, господа, не перестану упоминать это имя в студии. Игнат Кравцов. Это была композиция «Не болится». Ну а теперь в преддверии праздника 8 марта мы бы хотели посвятить следующую композицию всем женщинам, но в первую очередь мамам, и сыграть композицию для мамы. Нет, мамина песня называется. Мамина песня. Thank you.
Иногда мы перебарщиваем с этой композицией, потому что мы пытаемся оправдать название, потому что называется «Рваное танго». Вот рвем как можем. Игнат Кравцов. Антон Ильнюк. Меня зовут Евгений Лебедев, и мы продолжим с композиции совершенно свежей. Антон ее написал специально для нас, я так понимаю. Потому что никто ее больше не сможет сыграть. Называется «Если у тебя есть мечта». У тебя есть мечта. Я думаю, что он там есть. Антон Ильнюк. И в завершение мы собираем композицию. Надо говорить, не говорить.
Мы сыграем вещь, в которой Игнат всегда экспериментирует. Хотя он во всех вещах экспериментирует. Здесь он особенно, да. Это небывалый просто случай, вопиющий. Drum and bass с щетками. Пожалуйста, Игнат.
Ружье должно было выстрелить ваше. Пришлось сделать. Игнат Кравцов. Антон Ремюк. Меня зовут Евгений Левкин. Спасибо, что были с нами. Нам было очень приятно для вас. Очень. Спасибо. Thank you.
большое. Позиция признания. Признание, конечно же, вам, Юрий, спасибо.